Цены в новостройках края вырастут, пишут аргументы и факты на Алтае. Это связано с тем, что с 1 июля произойдет переход на новую схему долевого строительства. Застройщик получит деньги покупателей со специального эскроу-счета в банке только после сдачи объекта. Эксперты отмечают, что это позволит избежать обмана со стороны строительных компаний, но в новых условиях смогут работать далеко не все. К удорожанию нововведение приведет в любом случае, ведь затраты, связанные с обслуживанием кредита, будут вкладывать в стоимость строительства. Жители Алтайского края едят мало мяса и фруктов. Неутешительную статистику приводят корреспонденты портала «Толк». Алтай-Крайстат подвел итоги и выяснил, в крае питание несбалансированное. Люди потребляют сладкое, а вот фруктов, овощей и мяса в рационе недостаточно. Причем картина общая для всей страны. Специалисты уверены, что наблюдения помогают правительству принять решения, которые в дальнейшем повлияют на улучшение качества жизни людей. А вот по затратам на культуру Алтайский край оказался самым скупым регионом. Эти итоги подвел уже Политсибру. Наш регион занял последнее место. В 2018 году на одного жителя пришлось чуть больше 302 рублей. Таким образом, край вошел в десятку самых культурно скупых российских регионов. По мнению первого заместителя председателя Комитета по культуре Елены Дропенко, данный показатель говорит о том, что на Алтае есть задачи поважнее. Выставка «Первая победа в космосе» открылась в музее Титова в селе Полковниково. Как пишет бийский рабочий, она приурочена к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Экспонаты рассказывают о первых победах советской космонавтики, начиная от идеи Циолковского. Первых пилотируемых полетах, мировых рекордах. Отдельно представлены подарки космонавтов, медали, книги и почтовые конверты.